Два отличия лицея в ШЭ от всех остальных школ. Первое, у нас нету этого мэша. Когда я училась в своей прошлой школе, он у нас то зависал, то неделями не работал, ужас короче. Сейчас у нас Алжур, который, по крайней мере, нас так не подставляет. Еще есть вторая онли-лицейская платформа, которая называется 2359, там, короче, проходят такие штуки, как оценивание преподавателей. Да, кстати, недавно мы реально ставили оценки нашим учителям, вот это камбэк. Еще там можно откликаться на всякие вакансии внутри лицея, например, многим проектам нужны дизайнеры, SMM-щики. У нас нету учебников, и из-за этого весь лицей просто цветет людьми с планшетами или ноутбуками. Я еще учусь в здании с матинфо, ну или с программистами, и вот в их обществе ты будешь выглядеть более странно без ноутбука, чем с ним. Но без учебников реально намного удобнее, потому что нам обычно просто рассказывают лекции, показывают презентацию, с которой мы переписываем свои эстетичные конспектики.